Друзья, всем привет! Вот я тут получил такую небольшую посылочку весом, по-моему, около 3 килограмм. Так она выглядит. Все цело, все классно. Получал в пятерке. Вот эта доставка Файпост. Здесь концентрат кофа. Кофа. Или кофе. Как правильно? Кофа, кофе, кофе. Так, сейчас открою. Виднее будет. Буклет рекламный. Почитаем на досуге. Сама коробка. Коробка такая обычная. Может пригодиться. Ну а сама коробка расклеилась. Вот так вот все выглядит. Я думаю, это не критично. Или она так и была. Не пойму. Потому что вот тут-то есть подарки. Это шоколад. Что на сайте я знаю, что это шоколадки. Они ложат при упаковке почти, ну, каждому такие подарочки. Так, ладно. Сейчас. Наклейка какая-то еще. Концентрат. Это концентрат кофе. Смесь во вкусе ноты ореховой пасты, темных ягод и печенья. Вот такая штука это. Как это все выглядит интересно. 3 литра, да, изготовлено, упаковано 16.08.24, то есть, грубо говоря, месяц назад. Это не буду в этом хранить, я, наверное, перелью в бутылки стеклянные или что-нибудь, как вот стеклянные емкости, поставлю в холодильник, наверное. Ну а так это вообще делается. Сюда засовывается, открывается, вот сюда вытаскивается вот этот питтик, и вот так вот стоит она у вас, наливаете. Сейчас попробую сделать, если получится, конечно. Так, друзья, пытался, ну, думаю, что без скотча нашего волшебного тут не обойтись. Нашел вот бумажный для красоты, ну, чтобы белый, беленький был, да, как бы. Вот сейчас склею и продолжу. Так, и дно еще надо будет подклеить. Пока клеил, тут собирал. Написано, один пакет концентрата на 150 чашек по 150 миллилитров. Внутри коробки находится готовый кофейный концентрат ТДС 9 плюс-минус 0,5. Используйте его для приготовления капучино, латте, рафов и других кофейных горячих и холодных напитков. Так, что тут еще пишут? Да больше. А, вот. Состав. Вода питьевая, кофе натуральный, жареный, молотый, пищевая ценность. Туда-сюда. Срок годности 12 месяцев, дата изготовления, при соблюдении условий хранения, после вскрытия упаковки хранить 30 дней. Изготовитель ООО «Колбрю», Москва. Туда-сюда. Изготовлено по заказу, тесте кофе, отзывы, пожелания. Туда-сюда. Туда-сюда. Так, ладно. Туда-сюда.
Колотите кофе. Так. Делаю я первый раз это. Так, наверное, вот это так, открыть здесь, открывать здесь. Так, надавил. Надавил. Ага, вот, надо вот эту верхнюю будет вытащить. Вытащить, так, как так. Так. Вон она, чё-то, Михалыч. Влази. Еще боишься порвать это все дело. Так. Да, конечно, это все классно, но надухаться. О, все сделал так. Ой, чихнул, тут аллергия достала. Так, готово, да? Ставил, вытащил, закрыл. Вот эту штуку. Видно? Снял. Сейчас, секунда. Так. Ага, снял. Есть контакт. Так, ну я тут опытным путем вычислил, сколько мне надо наливать концентрата. Единственная проблема, что наливать будет неудобно. Как-то надо приподнять. Так, как-то сделаем. Ух ты. Ага. Есть. Налил. Надо его попробовать в чистом виде. Ну, запах. Запах я чувствую, но мне аллергия, нос. Ох, какой он крепкий. Это, знаете, такое... Ого! Такое ощущение, что несколько... Пару столовых ложек сюда, короче, забабахали вот в эту рюмочку. Да, ну, вкус... Вкус классный. Такой нормальный. Буду вот в такую кружку. Сколько она миллилитров? Сейчас даже измерю. Она получается, ну так вот, не по самый верх. 300 миллилитров. Ну вот так вот. Бах. Кофейку. Пахнет классно. Сейчас чуть подостынет. Кипяток пить невкусно. Друзья, кофе пока остывает. Вот. То, что это делается
из натурального кофе, из зерен, я так понимаю. И вот такой вот осадок есть. Пальцем залез. Прям, ну, горький. Ну, концентрат прям. Ну, а так стирается. На пальцах, знаете, как нету вот этого молотого. Ну, какой-то осадок есть. Так, ну что? Ну, вид, может быть, много это налил я, да? Такой, ну, как вид обычного кофе, да? Вкус, вкус. Первый, как этот, первый нос, да, первый вкус. Горький. Ну, горечь есть. Ну, вот этих вот я пока еще не распробовал. Вот эти. Ореховая паста, темные ягоды, печенье. Ну, может, я не настолько там этот сомелье вкусовой, кофейный. Ну, мне нравится. Прям вот. Знаете, как сказать. Как дорогой кофе. Ну, не Нескафе вообще. Даже не, ну как, даже не Нескафе, да, вообще не Нескафе. Пью без сахара. Я сейчас стал кофе без сахара. За редким случаем иногда ложечку меда ложу. Ну. А, шоколадка ж есть еще. Шоколадка. QR-код какой-то. Это, наверное, там перейти на сайт или как его производят, наверное. У них также можно там и шоколад покупать, и разные скрабы для тела, там что-то, ну, такие сопутствующие товары. Ну, не знаю, это молочный, не молочный, там что-то написано. Такая шоколадочка. Вкусный. Похож на молочный шоколад. На хороший молочный шоколад. И запить кофе. Пестня какая-то. Так. И самое интересное, что цена. Так, ну цена же, да? Цена. Цена самая главная. Тут 3 литра. Цена 3000. 3 литра 3000. Литр 1000. Вот такая цена, да? Но сейчас на данный момент уже на какое? На 18 число. 18 сентября 2024 год. Оно уже стоит 3500. То есть на 500 рублей подорожало. Скажете, дорого? Возможно. Но его что можно купить на двоих, на троих. Каждому по литру. По 1000 рублей литр. То есть на месяц, если вы там сильно как там не кофеман, как же сказать, не кофейный алкоголик, да, литрами там в день пьете, то вполне достаточно, нормально будет, все, хватит вам этого. И сравнивать с растворимым, ну вот, допустим, вот это Gold по акции 320 рублей я брал в магните, тут 190 грамм. Вот их надо 5 штук, вот читайте, 1600, да, и 1000. Вот это по вкусу намного лучше, чем вот это. По крайней мере, мне. Естественно, может быть, там и кому-то нет, кому-то да. Есть и вкуснее, может быть. Я не говорю, что это прям идеал. Я знаю. Ну, друзья, чем я дальше его пью, тем оно почему-то мне вкуснее кажется. Так что вот такие дела, друзья. Всем лайки, всем комментарии, всем пока-пока. Спасибо за просмотр, подписка, кому нравится.
Все, пока.